Дорогие друзья, очень рада нашей новой встрече с вами. И сегодня я хочу представить вам нашу новую выставку художественных работ в студии изобразительного искусства имени Степашкина Виктора Алексеевича. Наша выставка посвящена памяти художника и педагога с большой буквы Виктора Алексеевича Степашкина, который воспитал не одно поколение настоящих художников, живописцев, графиков и педагогов. Здесь вы увидите работы бывших учеников Виктора Алексеевича. Насладитесь разнообразием творческих стилей и подходов. Сегодня я не знаю, как для вас, для меня знаменательный день. И мне очень нравится название этой выставки «Ученики мастера». И я думаю, Виктор Алексеевич был бы очень рад этому и доволен, и счастлив. Я работала с ним как раз с 82 года. Я пришла и взяла его на работу, хотя он тут для меня был. И хочу сказать, это был действительно настоящий мастер, друг. И совершенно не кичился своим талантом, который был у него очень разнообразен. И вот я считаю, что то, что вот эта выставка сегодня произошла, это мы должны благодарить и, наверное, прабабушку. А ее в первую очередь. Без нее бы не было и ни Виктора Алексеевича. Оля подсказала. И то, что у меня тут появилась Олечка, Ольга Викторовна, что это действительно настоящее творчество, то, что у нас происходит. И я думаю, наверное, не зря я бросила свою звездность, свое пение, хоть иногда я пою, сейчас смотрю на тот просвет.
И оказалась в этом дворце, в котором я уже работаю, 38 лет. А вы тоже, мне кажется, станете настоящими мастерами, не только мои педагоги, но и те, которые будут заниматься по-настоящему. Потому что вот я посмотрела выставку, и, знаете, мир становится радостнее. Кажется, сейчас вот хорошо, вот сегодня такая погода, а завтра будет уже послезавтра другая. А придешь сюда и думаешь, боже мой, какая же у нас красота, какие же у нас великолепные педагоги, великолепные ученики. И действительно, ученики мастера не только Виктора Алексеевича, но и ваши ученики. Наша выставка проходит по адресу город Химки, Ленинский проспект, дом 2А. Дворец культуры «Родина», левое крыло, первый этаж. С 7 ноября по 18 декабря 2020 года. Выставка открыта с 9 часов утра до 20 часов вечера. Добро пожаловать!